праздник весны и нового дня. В Доме национальности пышно отпраздновали Навруз – Новый год по астрономическому солнечному календарю. События традиционно отмечают во многих странах и регионах – от Таджикистана и Киргизии до Турции и Македонии. Вообще это очень древний праздник. Его начали отмечать 3000 лет до нашей эры. Представляете, да, ему 5000 лет уже этому празднику. Он собой символизирует что? Начало весны, то есть световое равноденствие днем 12 часов и ночью 12 часов. Празднование Навруза связано с урожаем. Начало Нового года – время обрабатывать землю, начало сельскохозяйственных работ. Но при этом, как и обычный Новый год, это событие торжественное и семейное. Отмечаем все вместе, все друг к другу в гости ходим, радуемся, веселимся, танцуем. Очень радостный, очень хороший праздник, светлый, весенний. Всех гостей в этот день с радушием встречают в фойе и щедро угощают праздничной выпечкой. Попутно рассказывают о национальных особенностях и традициях. Нельзя пройти и мимо небольшой выставки из Киргизии. Здесь у нас здесь юрта наш национальный. Ну, это в прошлом была наша национальная, ну так скажем, дом национальный. Кочевой образ жизни была у нашего народа. Она удобна для передвижения. А здесь у нас музыкальные инструменты, этот называется чоп-чоп, ну, звучат они примерно так. Весна с этого дня, по поверьям, должна обязательно вступить в свои права. И неудивительно, праздник получился по-настоящему теплым, как и полагается Наврузу. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.